Президент Грузии Георгий Маргвелашвили прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. После торжественной встречи президент Грузии и наследный принц Мухаммад бен Заид Аль-Нахаян приступили к деловым переговорам о расширении торгово-экономических взаимоотношений. В последнее время деловые круги Абу-Даби заинтересовались инвестированием средств в экономику Грузии. В ходе двухдневного визита Георгий Маргвелашвили прочитает публичную лекцию в Институте стратегических исследований страны.